Также нововведения коснулись и госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем и других документов нового поколения. На днях Госдума приняла законопроект об их увеличении. Теперь загранпаспорт для взрослого подорожает с 3,5 до 5 тысяч рублей, а за выдачу документа несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет госпошлина увеличивается с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Повышение стоимости касается только документов нового образца с электронным носителем информации. Для лиц, не достигших 14 лет, пошлина на загранпаспорт увеличивается с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Совершеннолетним придется платить не 3,5, а 5 тысяч рублей. Необходимость повышения госпошлины на оформление загранпаспорта сроком на 10 лет обусловлена тем, что затраты на его изготовление ежегодно возрастают на 10%. Закон должен вступить в силу по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования. Мария Антонова, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.